Поздно ночью в Парканах по улице Суворова произошла авария. 25-летний водитель не справился с управлением автомобиля. Машину сначала занесло на бордюр, затем в забор одного из домов. От удара автомобиль перевернуло. Причина ДТП – алкогольное опьянение водителя. 9 декабря, примерно в 24 часа ночи, водитель 95-го года рождения, управляя автомобилем Nissan по улице Суворова, села Парканы, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие в виде каменного забора, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести, но от госпитализации отказались. Как пояснил сотрудникам милиции молодой человек, сначала выпивали, не хватило спиртного, решили поехать за очередной порцией. И чудом остались живы. В заборе глубокая трещина, машина восстановлению не подлежит. Передняя часть автомобиля напрочь снесена. По счастливой случайности ни у водителя, ни у женщины-пассажира серьезных травм нет. Испуг, синяки, сильные ушибы. Госпитализация участникам аварии не понадобилась. По данному факту в ГАИ проводится проверка. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии, согласно закону, молодому человеку грозит лишение водительских прав.